Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Toyota Auris. Ремонт переда. Вот такой экземплярчик. Капот, фары, бампер меняются. Часть телевизора, радиаторы тоже. Итак, начинаю сначала с капота. Делаю этот зазорчик. Тянуть буду за петли капота, прикручиваю ремень, и одной человеческой силы хватит, чтобы это все вытянуть. Вот таким макаром подправляю зазор, и как бы он на месте. Итак, теперь я разбираю уже машину для ремонта. Итак, перед разобрал, снял все, что мне необходимо для ремонта. И первым делом замеряю диагонали лонжеронов, расстояние и все такое. Лонжероны стоят на месте, и поэтому я приступил к ремонту телевизора. Работаю резиновым молотком, чтобы не повредить краску. Скручиваю верхнюю часть, новая, правда, Тайвань. Измеряю диагонали, и если все нормально, начну собирать модуль. Итак, с телевизором разобрался, теперь начинаю скручивать обратно всю морду. Значит, скручиваю и при этом измеряю, чтобы все диагонали и расстояния были одинаковыми.
так, все скрутил, все разобрал, капот подровнял с фарами. Чуть-чуть пришлось повозиться, но недолго. Все зазоры на месте. Как можно видеть. И на этом, мои друзья, моя работа закончилась. Машина уезжает на прокатку. Ну а вам спасибо за просмотр моих видео. Подписывайтесь на новые. С вами был Артур. Пока!